Всем привет! Продолжаем путешествовать, узнавать что-то новое, а может просто вспоминать. Сегодня я расскажу немножко о Деянире. Это персонаж греческой мифологии. Я пользуюсь Википедией. Дочь каледонского царя Айнея и Алфеи. Сестра Мелагра, жена Геракла, мать Гераклидов. С ранних лет Деянира умела владеть оружием и править колесницей. Ее называют воительницей. После гибели Мелиагра все его сестры с горя превратились в птиц цесарок. И только Деянира и еще одна сестра Георга сохранили человеческий облик благодаря вмешательству Диониса. Геракл спустился в царство мертвых за Цербером. Встретил там Мелиагра. И Мелиагр попросил его взять жены Деяниру. Вернувшись на землю, Геракл явился к Айнею просить руки его дочери. Однако в Каледоне у Геракла появился соперник, речной бог Ахиллой. Айней решил, что руку Деяниры получит тот, кто выйдет победителем в борьбе. В битве Ахиллой прибегает к хитростям, превращается в змею, в быка. Однако, когда Геракл отломил рог Ахиллою в облике быка, тот был побежден. В результате Айней отдал Гераклу Деяниру в жены. Деянира и Геракл много путешествовали. Когда на Геракла напали дриопы Феодоманта, Деянира сражалась рядом с ним и была ранена в грудь. Родила он Гераклу 4 сыновей. Однажды Геракл пришел с женой к реке Эвен. Через эту бурную реку перевозил заплаты путников на своей широкой спине кентавр Несс. Несс предложил перенести Деяниру на другой берег, и Геракл посадил жену на спину кентавра. Сам же Геракл переплыл бурную реку, но как только он вышел на берег, услышал крик Деяниры, которая звала на помощь. Оказывается, кентавр, плененный ее красотой, хотел ее похитить. Геракл смертельно ранил его стрелой из лука, но Несс, умирая и желая отомстить, посоветовал Деянире собрать его кровь, так как она якобы поможет ей сохранить любовь Геракла. Однажды, услышав, что Геракл якобы собрался жениться на захваченной им в Ихалии Иоле, Деянира пропитала кровью Несса хитон и послала его Гераклу. Однако кровь Несса, погибшего от стрелы Геракла, смазанной желчью лернейской гидры, оказалась ядом, от которого в страшных мучениях погиб Геракл. Узнав об этом, о том, что вызвало смерть мужа, Деянира покончила с собой, заколовшись мечом. Ну вот, примерно, наверное, и все, что мне удалось вкратце узнать о Деянире, персонаже греческой мифологии. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.